Для Марка печенца. Во! Столден. Я где-то в другом месте не получил. Все пришли, да? Да. Мы поместимся, потому что рескомнаты свободно помещаются, еще место остается. Эргий, скажите, а тут не калма, да? Зарин, заходите, Ирфан. Кечерс, кечерс. А, еще, да, Ирфан, я когда надо кечерс, кечерс. На самом деле, Эргий, скажите, кечерс. Селям алейкум, здравствуйте. Приветствую вас. Республика, что мы не республики. Дела международных отношений. Ну, сегодня вы все знаете, мы собрались по поводу звучения этих решений, которые, значит, приняты соответствующими сельскими советами города Симферополя и Чистинского сельсовета для того, чтобы их поручить вам. Вы сами видите, что сегодня ситуация в Украине политическая накаляется. Но несмотря на это, Крыму, благодаря органам власти, вам, крымчанам, сохраняется мир, согласие, стабильность. Поэтому правительство и другие представители власти работают, и это позволяет нам сегодня выполнить одну из миссий, вручить вам вот эти решения. Давайте. Начинаем с Симферопольского района. Так. Авлялимова Шефика Сеферовна. Yes. Итак, получилось. Да, там. А единого Тензеле Энверовна. Юленко Виктор Федорович. Так, это было по Симферопольскому району, теперь город Симферополь. Ненаджиев Фильзи Меметович. Халилов Марлен Рисульевич. Таймарданов Ринат Хамидович. Бападан Штен Мунирберович. Жимаев Мамут Муединович. Разрешите еще раз вас поздравить с получением этих решений, которые позволят вам в дальнейшем, значит, провести работу по оформлению документации для начального строительства. Спасибо. Тогда сказал в этой сложной ситуации, сегодня в стране такое пытается переворот совершить. Я хамду, да, что в такой момент мы все-таки получаем эти решения. Год назад мы раздавали решения, нам говорили, а это специально делают, чтобы обмануть людей. Год назад специально делали, и сейчас скажут, что специально дают, чтобы нас задушить. Пусть работают, отхамду, да, пусть мы специально, не специально, мы будем получать эти участки. Чтобы, да, чтобы народ мы были с землей, чтобы не только земельные вопросы решали, ну и социальные вопросы, какие-то экономические проекты, чтобы решались. И да, Аллах, чтобы мы все жили на своей земле мирно, дружно, со всеми народами, чтобы не ругались. Главное, не впутывайте ни себя, ни своих детей, удерживайте своих соседей от этой, от этого, то, что сейчас нам приходит в бедствие, беспредела, да.
Ну и как бы для вас, чтобы мы на этой земле выращивали сады, рыли колодцы, растили детей, строили дома. И для вас, чтобы мы вот так всегда улыбались, всегда были счастливы. Поднимали наш Крым. Да, поднимали наш Крым, наш народ. И для вас, чтобы... Этот, не только вот земельные, и многие другие вопросы поставлены на повестку дня, для того, чтобы мы наконец вернулись на свою родину и стали нормально жить у себя здесь на земле, вместе со всеми народами, которые живут в Крыму. Поэтому, иншаллах, все будет нормально, и этот кризис переживем. Многое, что мы пережили, и депортацию, и в Азии поднимались на ноги, и это переживем. Мы все будет у нас нормально. Доктор Анс, Алла Палайкетас. Алла Палайкетас. Алла Палайкетас.